Видео подготовлено online-gdz.net, задание номер 2861. Необходимо заменить звездочки на числа для того, чтобы получить равенство. Это у нас будет А. Это у нас с вами формула разности квадратов. То есть, это у нас 4С в квадрате, то есть 2С минус 15А умножить на 2С плюс 15А равно 4С в квадрате минус 225А в квадрате. Б. Точно та же формула, точно так же решаем. Это 9А минус 11С на 9А плюс 11С равно 81А в квадрате минус 121С в квадрате. В. Это у нас будет 0,5. Минус 3 четвертых х в кубе. Только тут у нас еще y в квадрате. На 0,5 плюс y в квадрате. Плюс 3 четвертых х в кубе. Равно 25 сотых y в четвертой. Минус 9 шестнадцатых х в шестой. Г. Это у нас будет 10М в кубе минус 4Н в квадрате, 4 десятых Н в квадрате на 10М в кубе плюс 4 десятых Н в квадрате равно 100М в шестой степени минус 16 сотых n в четвертой. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.